Можно? Всем привет из Аликов Production Studio. Я Рената Клименко. Сказать, что я обожаю музыку и пение, это значит ничего не сказать. Поэтому я пою. Недавно здесь была закончена работа над аранжировкой к моей авторской песне под названием «Любовь». И сегодня я готова представить ее вашему вниманию. Всем счастья, добра и много-много хорошей музыки! Можно? Всем привет! Я Рената Клименко. Ну, это я, да. Опа! Опа! Ошибись, молодец. Можно? Недавно? Сегодня. А, ну да, недавно. Недавно. Секунду. Я готова вам представить ее. Блин, все перепутала.
И сегодня я готова вам ее представить, да? Молодец. Представить? Да нет, и сегодня я готова. И сегодня я готова представить ее вашему вниманию. И сегодня я готова представить ее к вашему вниманию. И сегодня. Кошмар. И сегодня я готова представить ее вашему вниманию. И сегодня я готова представить ее вашему вниманию. Ага, понятно. Можно? Я готова представить ее к вашему вниманию. Блин, ну не к вашему, к вашему. И сегодня. И сегодня. И сегодня. И сегодня я готова представить ее вашему вниманию. Конечно. Только это нужно сходу все сказать, понимаешь? Можно? Недавно здесь была закончена аранжировка к моей авторской. Да нет. Работа была закончена. Секунду. Можно? Авторской. Недавно здесь была закончена работа. Не надо пальцем делать. Давай. Недавно здесь была... Рук у тебя все равно нет. Молодец, справился. Наконец-то. С 10-го дубля. Всех люблю. Любовь.